Всем привет, мои хорошие! И мы наконец-то решили разобрать нашу елочку. Вот она, наша елочка. У нас сейчас начало февраля уже. Выйдет ролик чуть-чуть попозже. Вот обычно мы где-то в марте, в апреле разбираем. Это было у нас до появления Димы. Но сейчас мы решили разобрать ее пораньше вместе с Димочкой. Вот, мы уже там одну штучку сняли. И сейчас приступим снимать следующий. Да, покажи Деда Мороза. Пока. Разобрали нашу елочку. Посмотрите, какая она стала пустая, зелененькая, уже не такая праздничная. Димочка мне помог. И, кстати, вот наш Дед Мороз советских времен. У него такая борода вообще обалденная такая. Мне так нравится она. Вот. Потом, не знаю, запишу я или не запишу, как папа ее будет складывать. Наверное, постараюсь записать. Будет, наверное, в этом ролике. Вот, а пока что будем ждать папу. Пока он вернется с работы и нам соберет. И, конечно же, вот это все мы тоже уберем. У нас есть определенный ящик советских времен. И у нас там все лежит такое. Все такое новогоднее, хорошенькое. Сейчас в эту коробку уберем елку. Так, Дима, смотри сейчас. Коробка, елка. Опа! Мы елочку убираем, потому что Новый год закончился. Повернись ко мне. Вот и убираем. А что ты меня совсем на камеру? Ну, продолжение елки мы убираем. Новый год закончился, елку убираем. А знаешь, почему елку убираем? Потому что Новый год закончился. Закончился Новый год. Новый год кончился. Всего две части. Нет, вот смотри, Дима, смотри, вот так вот, смотри, делаешь так вот. Опа! И все. Ты их туда, наверное, тоже складываешь. Только закрой хорошо. Садиком. Коробка. Коробка. Держи крюк. Нет. Надо убрать. Давай сюда. Вот и кончился Новый год. Вот и кончился Новый год. Все, Дима, Новый год закончился.